Миниатюрный терминокс, компактный, питание 9 вольт, выход питания, громкость включения, пиццикато режим, триоли. Антенну выдвигаем примерно на максимум, потом притупляем, чтобы потом здесь найти нужный диапазон, вернее точный. Так, включаем. Слишком близко. Увеличиваем антенну. 10 миллиметровка нужна. Так, эффект триоли. Ну, трели, трели. Касание сенсора. Здесь возможность пицциката. Но оно условное и только на высоких частотах. На низких там щелчки, поэтому оно просто как бонус. Просто как бонус. Ручку выводим сюда, и это как бы пиццикато такое условное. Здесь неудобно немножко, на мягкой подушке он стоит. Еще раз повторяю, это такой условный, потому что со щелчками. Основной режим вот этот. Можно вот так. Можно и так чуть-чуть. Громкость убираем, выключаем, антенну собираем, вкладываем компактный терминокс. Все вот так.